Если это бесконечность, то бесконечность представить нельзя, потому что это бесконечность, это некая абстракция. У бесконечности нет краев, соответственно, нет центра. То есть бесконечность — это то, где нет конца. Соответственно, нет конца, нет начала. Потому что у бесконечности нет начала. Потому что если речь идет о том, что у бесконечности есть края, центр или начало, то возникает вопрос, а где это? Породит бесконечное количество других вопросов. То есть многие, даже дети, говорят о том, что вот я вот пытаюсь представить бесконечность, но не могу это сделать. Себя могу вспомнить с детства. Я слышал такое слово «бесконечность», я пытался это представить, но я же мыслю в рамках конечных категорий. Меня так обучили, что вот у палки есть один конец и другой конец. Вот начало, вот конец. У процесса есть начало, есть конец. Как же здесь оперировать категорией бесконечности, где нет начала, нет конца, нет середины, нет краев? Это вопрос, наверное, в том, как ребенка изначально воспитывают, в каких категориях. И я думаю, что есть смысл пользоваться как конкретными категориями, так и абстрактными категориями. Это сильно облегчает жизнь.